Всем привет, с вами Денис ЛМ в Dota Guide, который покажет, как и зачем нужно блочить крипов. Когда в начале раунда крипы бегут от бараков, можно получить небольшое преимущество, грамотно приостановив их. И если рассмотреть мид, то при удачном аккуратном блоке крипов они окажутся прямо на нашем хай-граунде, где противнику будет не очень комфортно их контролить. Забираем первую пачку и уже несем себе ботл. На миде все более-менее понятно, а вот другие лайны имеют свою особенность. Помните, свой изи-лайн стопить никогда не надо. Если мы будем стопить топ, играя за Дайр, или бот, играя за Рейдиан, то вражеские крипы окажутся прямо под нашим табором, и впоследствии мы начнем пушить, что не совсем целесообразно в начальной стадии игры. И напротив, свой хардлайн блочить нужно обязательно, в этом случае чем ближе к нашей стороне крипы, тем лучше. Чтобы успешно блочить крипов, можно заранее встать между Т3 и Т2 таврами. Быстрыми перемещениями по диагонали стараемся загородить дорогу крипам. При желании можно пользоваться клавишей отмены, чтобы затормозить на месте своего героя. Также было бы неплохо специально отпустить и не блочить одного крипа, а лучше рейнджевика. Если он побежит первым, значит и погибнет раньше всех, и наша линия не будет пушиться. По большому счету, чтобы хорошо блочить крипов, нужна банальная практика. Но получить ее можно ведь в каждом раунде, верно? Кроме всего, блочить крипов можно скиллами, например, фиссурой шейкера или спрутами фуриона. Учитесь анализировать игру, читать противника и продумывать его дальнейшие ходы. С вами был Денис ЛМ. Если вам понравилось, ставь большой палец и подписывайся на канал. И с тобой всегда будут вменяемые тиммейты. Всем удачи!